Проект «Чистый Ямал» депутат Тюменской областной думы Владимир Пушкарев оценил эко-идеи муравленковцев. Формула хороших дел спортшкола «Муравленко», победитель грантового конкурса компании «Сибур». Пятая волна отступает, больницы округа возвращаются к оказанию плановой медпомощи. На Ямале за последние сутки зарегистрировано чуть более 1000 новых случаев коронавирусной инфекции. Положительными тесты оказались у 18 вахтовых рабочих. Еще 1012 заболевших – это жители муниципалитетов. За сутки госпитализировано 44 человека, а всего в стационарах и ковид-госпиталях на сегодняшний день получают лечение от коронавируса 545 ямальцев. 44 пациента находятся в тяжелом состоянии, 16 помогают аппараты искусственной вентиляции легких. За сутки зарегистрирован один летальный случай. Случай выздоровели 2475 человек. Больницы Ямала возвращаются к прежнему режиму работы. В регионе стабилизируется ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Число новых случаев по сравнению с прошлой неделей снизилось в два раза. Количество обращений на номер 122 в 5. Все это позволило некоторым больницам возобновить оказание плановой медпомощи. Плановая медицинская помощь возобновляется в Салехардской окружной клинической больнице, в стационарных отделениях. В Мужевской ЦРБ возобновляется работа поликлиники. Лабытнанги возобновляют работу и поликлиники, и стационара, за исключением физиотерапевтического отделения. И Таркосолинская центральная районная больница возобновляет работу в поликлинике. Планируется, что через неделю и другие медорганизации также будут возобновлять плановую помощь. В то же время, как сказала Мария Захарова, в ряде муниципалитетов эпидситуация пока остается напряженной. Это города Муравленко, Губкинский, Надым. Как только заболеваемость там пойдет на спад, плановая помощь также возобновится. Мы надеемся, что это произойдет уже 7 марта. За прошедшую неделю в больницах региона 121 койка переведена в резерв. На сегодняшний день на Ямале развернуто 765 коек, занято 580. Процент свободного коечного фонда составляет 24. По инициативе губернатора Дмитрия Артюхова на Ямале начали бесплатно выдавать детям с сахарным диабетом первого типа системы мониторинга глюкозы. На учете у ямальских эндокринологов с диабетом первого типа состоят 240 детей. Все они нуждаются в регулярном контроле показателей глюкозы в крови. Новое оборудование уже поступило во все ямальские больницы. Чтобы получить аппарат, необходимо обратиться к детскому эндокринологу, у которого ребенок стоит на учете. Новые меры поддержки смогут воспользоваться более 200 семей. Кроме того, с начала года бесплатно предоставляют расходники для инсулиновых помп не только взрослым пациентам с инвалидностью, как раньше, но и десяткам людей без этого статуса. В регионе продолжается сбор экологических инициатив от жителей в рамках проекта «Чистый Ямал». С муравленковскими активистами встретился куратор проекта, депутат Тюменской областной думы Владимир Пушкарев. Проект «Чистый Ямал» уверенно шагает по региону. Зеленые офисы ведут свою работу во всех муниципалитетах округа. Куратор проекта, депутат Тюменской областной думы Владимир Пушкарев, встретился с активистами Муравленко, чтобы обсудить новые экологические инициативы. Я уже побывал в городе Салехарде, в Новом Уренгое, и продолжаю свой маршрут. В планах вот, помимо Муравленко отправиться в Губкинский, Таркосоле, Ноябрьск, Ханаиме, и планирую также другие муниципалитеты постепенно посещать. Для меня очень важно, как работают эти офисы, какие предложения сюда поступают. И мы ожидаем, что жители на сайте «Живем на севере» будут активно принимать участие в отборе этих инициатив. В ходе встречи горожане предложили три новые идеи. В результате в общей копилке проектов «Чистого Ямала» в Муравленко стало 18 инициатив. Это самые разнообразные проекты: установка зеленых насаждений, проведение мероприятий экологической направленности, в частности, мультифест с экологическим уклоном, интересная идея «Выкинь мусор с головы», которая направлена на работу с ребятами, которые будут работать в трудовых отрядах несовершеннолетних этим летом. Кроме того, у нас есть заявка по сбору крышечек, которая предполагает установку в городе тематических арт-объектов, куда, собственно, эти крышечки можно будет поместить. Александр Карабен с проектной командой предложил провести в Муравленко эко-мультифест, на котором дети будут учиться бережному отношению к природе. Формат мероприятия подразумевает не только образовательную часть, но и развлекательную. Сам по себе мультифест подразумевает развлекательные мероприятия, то есть это много точек, где дети проходят эти станции, получают какие-то навыки, знания, в том числе могут развлекаться на них же, но все они подвязаны с образовательным контентом.
когда они не только занимаются чем-то развлекательным, но еще познавательная история там происходит. Плюс это, возможно, мастер-класс, это работа с экологичными материалами в первую очередь предусматривается. Тесные отношения с природой в Муравленко складываются не только в рамках экологических акций и проектов, но и в повседневной жизни. В Центре детского творчества работает экологический кружок с живым уголком. Сюда на экскурсию после посещения зеленого офиса пригласили Владимира Пушкарева. Ребята рассказали депутату, как они изучают фауну и заботятся о животных. Я хочу посмотреть, как они... Кто быстрее из них пройдет этот лабиринт. И выйдет, да, найдет выход. А где у тебя выход, кстати, сегодня? Ну, тут выхода не будет, тут будет вот такая поле. Или найдет форму быстрее. Да. А, ну вот проверяем. Ну, давай попробуем, посмотрим, как они сообразят. Мария Кузнецова, Виталий Сидняев, новости Муравленко. Сегодня в Муравленко почтили память воинов-десантников 6-й роты, погибших 22 года назад в Чеченской республике в ходе ожесточенного боя с боевиками в Аргунском ущелье. Тогда псковские десантники совершили настоящий подвиг, мужественно встав на пути 3000-й банды боевиков. Десантники бились до последнего. Из 90 человек в живых осталось только 6 солдат, каждый из них с честью исполнил свой долг перед Родиной. Ветераны боевых действий, воины-интернационалисты и неравнодушные муравленковцы сегодня возложили цветы к памятному знаку всем убиенным от благодарных живых. Мы хотели бы, чтобы такие подвиги, жертвенные подвиги наших солдат, военных, оставались в памяти как можно дольше. И на их примере молодое поколение воспринимало, что такое мужество и как выполнять свой долг перед Отечеством. Это для будущих поколений, не даже для нынешнего поколения, чтобы помнили, что, смотрите, даже подвиг совершил не один человек, а целая рота. В Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске появятся 3 опорные точки Центра выявления и поддержки одаренных детей «Ямала». Это учреждение будет работать по модели Федерального образовательного центра «Сириус». На образовательные смены смогут заезжать до 60 школьников. В рамках проекта создадут 8 лабораторий – химико-биологическую, агрономическую, физическую, лаборатории прототипирования, космических технологий и другие. Для этого закупят более 1000 единиц оборудования. Об этом стало известно на первом заседании попечительского совета Центра выявления и поддержки одаренных детей, в котором участвовали губернатор округа Дмитрий Артюхов и руководитель «Сириуса» Елена Шмелева. На заседании утвердили программу развития новой образовательной площадки до 2024 года. Прошлый год был объявлен в регионе годом талантов. Многие проекты были запущены, длинные проекты с длинной перспективой. Также, конечно, многое реализуется на базе Центра поддержки одаренных детей. У нас уже более 4000 ребят приняли участие в разных мероприятиях этого центра, и много новых инициатив внедрено. Привлечь к занятиям спортом маленьких муравленковцев особой заботы и научить их плавать. Основные задачи нового проекта «Плыви, малыш» спортшколы Муравленко. Он реализован благодаря грантовой поддержке компании «Сибур» в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел». В этом году благодаря поддержке компании «Сибур» в Муравленко реализуют 9 проектов победителей грантового конкурса программы социальных инвестиций «Формула хороших дел». 3, 4, 5. Один из них – это проект спортивной школы «Муравленко» для детей с ограниченными возможностями здоровья «Плыви, малыш». Его инициатором выступила тренер спортшколы Кристина Докторова. С детьми особой заботы она работает уже на протяжении 6 лет. Первый раз в таком формате у нас проводится мероприятие. Оно направлено в первую очередь на привлечение деток раннего возраста к занятиям плаванием в рамках отделения адаптивной физической культуры. Это первый проект, который именно задействован с детьми особенными именно такого возраста маленького. Вот. Ну и также терапевтическая ванна, она у нас в спортивной школе находится, больше в городе такой нету. Все участники проекта – это воспитанники отделения адаптивной физической культуры. Особенность заключается в месте проведения терапевтической ванны, которая находится в спортивной школе «Муравленко». Здесь ребята занимаются ежемесячно, но в таком формате – впервые. Проект «Плыви, малыш», говорят родители участников, это не только ново, интересно, но и, безусловно, полезно для организма малышей. Ходил,
Обучающая программа, разминка и эстафета – составляющие проекта «Плыви, малыш». Он направлен на привлечение детей раннего возраста к занятиям спортом, в частности, плаванием. Тем, кому от 3 лет и старше, такой формат особенно интересен. На суше и в воде за группой детей закреплены тренеры. Это несложно, дети уже держатся на воде, хоть и в нарукавниках. Они понимают задания, выполняют их, плывут. Дисциплина хорошая, все прошло весело, замечательно. В 2016 году спортивная школа «Муравленко» уже становилась обладателем гранта от компании «Сибур». Тогда полученные средства были направлены на проведение мероприятий ко Дню здоровья. Инициаторы проектов уверяют, что участие в грантовых конкурсах – это отличная возможность разнообразить карту городских мероприятий и привлечь к занятиям спортом еще больше муравленковцев. Анастасия Попова, Сергей Лукович. Новости «Муравленко». Сразу 4 воспитанницы художественного отделения детской школы искусств удостоились звания лучших. Полина Иванова, Аида Черкеева, Арина Халитова и Мария Заболоцких стали победителями и призерами различных конкурсов художественного мастерства. Победу Полине Ивановой принес ежегодный городской конкурс «Рождество-2022», участие в котором она принимала неоднократно. Творческие работы, посвященные православной тематике, особо удаются юной художнице. В этом году Полина стала лучшей в номинации «Рождество сегодня», отправив на конкурс работу в любимой технике акварель. Я уже 2-й раз рисую на конкурсе «Рождество». Я выбрала сюжет, по которому я уже рисовала. То есть я нарисовала женщину, стоящую в церкви. И это хорошо подходит к данной теме. Полина активно проявляет себя в конкурсной деятельности. Ее пейзажи и натюрморты высоко оцениваются жюри различных художественных конкурсов. За плечами художницы уже несколько персональных выставок. У меня много побед. Я участвую во многих конкурсах. Я стараюсь везде быть задействована. Я горжусь собой. Я хорошо сработала. Аида Черкеева увлеклась живописью вслед за братом. Частенько наблюдая за тем, как он рисует, тоже решила проявить себя в творчестве. И вскоре поняла, что без кисти и красок не может провести ни дня. Художественное отделение школы искусств стало для девочки настоящей отдушиной. Тут она воплощает в жизнь все свои творческие идеи, многие из которых приносят художнице заслуженное признание любителей живописи. На международном конкурсе «Перспектива» девочка удостоилась звания лауреата 3-й степени в номинации «Живопись». Это натюрморт, он был нарисован штрихами, графическим карандашом. И рисовали этой техникой, и мне она тоже очень нравится. Проведи эту линию посередине, как можно ровнее. Удачно проявить себя в международном конкурсе «Перспектива» удалось еще одной воспитаннице преподавателя Артура Ахметшина Арине Халитовой. Арина заняла 2-е место в номинации «Рисунок», отправив на конкурс картину в стиле натюрморт. Художницу вдохновляют различные стили, но именно этому жанру изобразительного искусства девочка отдает особое предпочтение. Меня вдохновляет абсолютно все, начиная от природы, заканчивая какими-то людьми, какими-то личностями. Я люблю больше всего рисовать натюрморты, портреты и пейзажи. Преподаватель Артур Ахметшин достижениями своих воспитанниц гордится. Всячески поощряет начинания учеников, деликатно внося собственные коррективы в развитие их таланта. Помочь раскрыться каждому – основополагающий фактор воспитания творческих детей, считает преподаватель. Стараюсь дать именно те советы, которые нужны каждой конкретной работе. Раскрыть то, что они задумали, довести их до того качества, которое соответствует их возрасту и их собственным ожиданиям. Нельзя не отметить старания самой юной воспитанницы отделения изобразительного искусства Марии Заболоцких. Маша занимается в ДШИ буквально 2 месяца, но уже успела добиться первых серьезных результатов. И несмотря на то, что она младше всех, она очень большие результаты показывает. Активная участница конкурсов различного уровня, международных, всероссийских и выставок. На конкурсе декоративно-прикладного творчества «Снежная девочка с сердцем горячим» Маша очень точно раскрыла образ Снегурочки, за что и была удостоена 2-го места. Девочка только-только начала постигать азы сложного творческого ремесла, но уже мечтает стать профессиональной художницей. Анна Мария Антонованов, новости «Муравленко». Театральная студия «Балаганчик» представила новую театральную премьеру. Психологическая драма «Блин-2» подняла сложную тему взросления подростков и выбор между плохим и хорошим. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда
Будет мама, пусть всегда буду я. Так звучит популярная детская песня в современных реалиях. Участники спектакля «Блин 2» интерпретировали ее под события спектакля. Это не театральная постановка в классическом ее представлении. Действие происходит в огромной захламленной комнате, которая стала притоном для отчаявшейся молодежи с тяжелой судьбой и несчастным детством. Ничего не выйдет. Нужна кожаная подошва. У кого-нибудь здесь есть кожаная подошва? Да, две. Я помню, у нас в школе стекло зажигали. Главная проблема, которую поднимают актеры, это взаимоотношения родителей и детей. По сюжету Игорь Блинов сбегает из дома и попадает в притон. Отец находит его, но сам оказывается под дурным влиянием того общества и тем самым получает прозвище «Блин 2». Он на собственном примере хотел показать сыну, что свернуть с правильного пути очень легко. Однако ему самому начинает нравиться происходящее. Позже появляется его жена и тоже решает показать, как это выглядит со стороны. И тогда уже становится совсем не до смеха. Спектакль поднял очень интересную тему на самом деле. Сейчас нам всем стоит об этом задуматься. Всегда есть проблема вечная о том, что родители не понимают детей, а дети родителей. Как и писали классики, так и сейчас мы это написали все на сцене и показали другим людям, чтобы они задумались. Наш режиссер Юлия Владиленовна, она очень постаралась, чтобы мы сами прочувствовали это. Так как мы и есть представители того непонимания, того вопроса, который сейчас стоит. Призывать, конечно, к здоровому образу жизни и в основном подростков, показать им сущность того, как нельзя делать и что будет с ним происходить, ну и, конечно же, родителям. Один из исполнителей главной роли – Даниил Скрипин. «Блин 2» – это дебютный спектакль для юноши, и он находится под большим впечатлением от первого театрального опыта. По словам начинающего актера, он совсем не похож на своего героя, но исполнить такую роль – достаточно интересный опыт. На самом деле… Я бы его охарактеризовал как очень несчастного человека, ибо из-за того, что могло происходить дома, вот, например, как Блинов изменял своей жене, ребенок это все видит и как бы задумывается. Я очень сильно волновался, но это было просто феерично и прекрасно. Музыкальное сопровождение, как и сам спектакль, достаточно нестандартное. На протяжении всей постановки звучали песни Земфиры. Именно эту самобытную артистку считают символом свободы слова и чистоты мысли. Значит, буду дольше жить. Значит, будем корабля и гавани жечь. На рубли поменяем мир. Мне понравилось. Я считаю, что спектакль был сделан для того, чтобы дети не употребляли наркотики. Татьяна Максимова, Андрей Нагибин, новости Муравленко. Для школьников и студентов в Центральной городской библиотеке имени Виктора Ивановича Муравленко проводят необычные занятия по литературе. Здесь рассказывают о поэзии Серебряного века, литературных течениях того времени и жизни известных писателей и поэтов. Посетить такие занятия можно по Пушкинской карте. Этой возможностью уже воспользовались более 100 школьников и студентов нашего города. Основное отличие от уроков литературы в школе – это свобода выбора темы, использование видео, фотоматериалов, художественных и документальных фильмов о жизни поэтов того времени, детальное изучение литературных течений. Мы говорим не только о поэтах, но и процессах, литературных процессах, течениях, которые происходили в этот период в поэзии, русской поэзии. Самое интересное, что Гумилев и Мандельштам пока что еще школьникам в новинку, что ли, может так сказать, любят они очень Есенина. Ну, наверное, потому что это вот с самых начальных классов его читают. И Цветаева, Ахматова. Это все новости на сегодня. Еще больше подробностей на нашем сайте muravlenko24.ru.